Подожди, а хилика ты на плащ или не? Я просто зайду на другого хули. Я на еб... Или может он на лице Альпич? Не знаю. Не ДЦ. Пусть лучше на ДЦ, а то... Чтоб огурец завтра пришел, шипышки. Так, его можно загнать отца на Холи Пала. Я уже на Вара зашел, так на кого мне заходить? Варом оставайся, Не, ты ж сказал, что на Холи Пала зайдешь, похилишь. Да, ну, теперь за тьму можно не переживать. А тут надо за свет переживать. Есть кто за 6 с приором больше 5? Смотри, теперь я буду святую рвать жопу во тьме там на расслабоне. Да какие цвет тогда? Секьюрити, огурец во тьме с адмиралом и с подхилом. Понятно, у вас не будет никогда светить ничего. Ну, по крайней мере, пока. А, точно, я там ему тьму, не подумал, да. Он тогда во тьму пойдет, как у Вася. Я за тьму насчет него не уверен, ты будешь его в свет ставить. Так там просто цепуху кидать и все. Я там захилил уже. Может, Мишкой потанчить мобов? А, блядь, тогда нет. Богдан, ну ты посмотри на мой спек и сделай такой же на Холи Пала. Ты ж не ходишь никуда, кроме ПВЕ. Пошли бы ДК какой-то в трэш. Да не тебе, а Рэйбе. Он Илона LM5-2 зашла, которую ты брал. Ну сколько войт человек набрал? Человек 10-15? И сейчас двое или трое только онлайн. Ну да, спекайся в ДД войт. А вот этого ханта, которого... Помнишь, этот последний четверг был или в среду? Он ливнул сразу потом. Ну, кого ты брал там, чтобы добрать ссылка 25-ер, вот этот 250к ДПС, по-моему, был рейдер, да? Или 230. Он нахапал шмот, нахапал ГП и лягнул. Ну, как захапал? Там лук и этот, и штаны, которые никому не надо будут. Хапа, который, да? Он поезд еще, наверное, забрал, нет? Может быть. Так это никому не нужно было. Не, вот это какой-то броник, которого ты взял в гильдию. Да, кадавер Сиан. Из всех, вот ты взял, я запомнил только этого Эрдру. Древо, который сейчас онлайн, кстати. Ну, вот, скажи, Дриш какой-то, ты же выбрал Фредди, парни из стекла. Эти три там твари у них всех. Если мы убили... Почему-то мы убили это леди с первого трая. Как мы так убили, мне это чудо было. Вот товар, наверное, танчил смешно. На самом деле не чудо. Да, собираешь такой упирный рейд, там люди немного либо не знают вообще тактик, либо стараются бить трэш, исполнять команду. Так там с танками вам повезло, там такие танки были, таких сейчас нету. Тупо Протовар и Мишка, блядь, Бисовый. Они все там... Там на седле упали из-за чего? Из-за того, что глыбы разбили, да? Да, из-за того, что ступор разбили глыбы. А Гниломорда просто не убили, ну уже поздно, и впадло было такие... Просто на рейндж не вышел чел, которому я сказал. Это плохо. И рано офнулся, это плохо. Ну,
Он релогается, наверное. Алиан, ты бафал что-то? ГЦ, нет. Плакальщица Сильваны, блядь. Засуньте ее в жопу себе, блядь. Утро 7 прото бафаешь, Алиан каски или рана кулаки. Бля, есть кого 2 камня на РПБ? Его не было в аккаунте, и в РСке его тоже не было. Но офнулся он только что. Ну, видно, просто не выкидывал его. Можно просто отойти от компа и ждать, пока выкинет. Да, один офнулся, второй зашел. Ах. Вон кокер, если что, есть ретрик. И протопал по совместить. И протопал есть. Максуд. На козырь. Смотри, там длань холипал есть, может покидать во тьме. Можно так бить. В принципе, да. Максоида можно в тьму закинуть. А есть магия? Ты поставьте, пожалуйста, порт в углу. Где-нибудь сбоку. Зачем? Зачем он за тьме? Да у меня сокетов нету, я сокеты не поставил. Шмот этот прочарил, он сокет не поставил. Алпич, ты кем в рейде? Варом я. Да мне до капор ПБ 60. Это сказки все. Еще так не сидим. Пойдем убьем босса. Бля, вот этот Егор. Сейчас его кикну с гильдии, походу. Этот Егор, ты тут? Маг. Короче, понятно. А кто он сейчас, он онлайн? Как у него? Там какой-то маг на букве, я потом зайду кикну его. Джейлис, заходи похиль, что ты здесь послушаешь нас? Лол. Можем пойти в 24 пока. Может кто-то забит. Давайте. Начинайте тут из БДК. Ой, находи в баф, кто там гнева в воздух, и смотри, как он выглядит. Все плохо. Был такой баф. И зелененький, и желтенький был, и такой был. 5%. Он не мог быть такой, такой там шман был один. Там оно недолго было, типа, потом они исчезли куда-то бахали. Почему исчезли? Юрчи исключается магон гол из гильдии 3 часа назад. Кто это говорил? Бэтмайн, заходи. Оли рано зашел. Сука.
Дедмайнд, это я тебя кикнул с беседы, да? Кажется. Ты читаешь беседу в ВК или не? По-моему, я там типа покикал, которые ничего не писали. Я не знал, кто это. Это ты там был? Лерана, ты дедмайтит? Да. Тыкните на Сумон. Почему вы написано? Пойми, почему написано волшебно? Да, потому что ты его делаешь, не знаю, выдуманное или настоящее, время покажет. Так. QV танчишь основу, транграк первую, копию, утро вторую. А, Лерана, кулаки бафаешь. Все готовы начинать там. Цирк приехал. По центру веди. Куда ты? Чего, блядь, ты же не первый раз на месяц. Чего, блядь, постоянно такое чудите, что там? Знаешь, это уже риторический вопрос. Двое сильнее страдания. Я достаю слишком далеко. Слишком далеко. Ну, Вася вообще не удивил меня. Поднял шаман? Да не надо смысла. Что делать с такими людьми? Не знаю. Двое сильнее страдания. Танк, блин, ты вытащи. Он хил, да? Да. Так как бы есть... Танки, прожмитесь. Вася, как бы для справки, есть две сложности в этой игре, обычная и героическая. Так вот, в обычной можно стоять и в небо смотреть, а вот в героической надо бегать и еще всю хуйню делать, намажить, хилить, танчить. А ты стоишь в обычной, в небо смотришь. Одно интересно, вот в Угарайдах есть такие, типа, а вот такие в других гильдиях есть такие люди? У Вася, что? Да, Кулерс, например. Но до сих пор... Не как у Кувася, как люди, которые ничего не знают и не учатся ничему. Конечно, есть. Явились из ниоткуда. Мы... Я просто давно не рейдил ни с кем, ни такого не... Большинство серверов таких. Просто в Пугарейды пойди, там сразу их видно. Потом ты сразу понимаешь, какие же все-таки у нас... Вчера, короче, ходил с ЛК-25 Герским Тайреллом из Ancient Gods. И он ставил на рейндж магов, а не сов. Совы были по 5 кдпс, а маги давали 20. Все готовы начинать кто-то из... Ну, может, они не умели заведомо, может, они значили. И... Мы, кстати, магам очень легко на рейндже. Ну, тут да. Просто эти совы все равно не дамажат. Ну, так, бы так маги... согласен, да, конечно, совы лучше поставить. Там... Кайси бегает, что бьет. Магам одновременно и сложно, и легко. Если будет левота служа и на КД глыба, то пока. Там просто лужи всегда долго выливаются.
ты заранее можешь блинкануться. То есть даже если на тебя кидается блевота и начинает вливаться колба, у тебя блевота уже пропадает, ну, до того, как лужа еще разольется. А если лужа начинает литься с крана, потом блевота, то это уже ты запупил. Потому что ему сразу нужно уходить. Солись снова потекла. Я не помню насчет этого. Может быть, просто центр ниже стоял. Смотря где еще стоишь, понимаешь? На границе с лужами, там может стоять три человека. Нужно всегда стоять на границе с лужами. Это то, что у нас там стоят посередине лужи, это их проблемы. Они не знают, как стоять. Аура, переставьте паузу. Никто ведь вопросом это не задавался, я просто сам понял логически, что нужно говорить на границе с лужей стоять. Чтоб меньше перебегать. Так, все как всегда, первая пати тьма, все остальные свет по танкам, Транрек танчит тьму, ой, наоборот, свет третью фазу, QV начинает и дальше тьму. Четвертую группу. Что? Четвертую группу, куда? Добивает больших после первой фазы, потом заходит в тьму. Кроме демона. Кто у нас демон? Азазей? Ты заходишь сразу во тьму. Ну и потом на третьей базе выходишь. Там они слабенькие. Вперед танка только не зайдет. Кто слабый? Маги. Ну Лори 6.5. Хилик тоже. Онвик тоже. Да нормально их добьют. Лори, ты не... Два холипола раздать крест. Ну тебе холодец раз дает, он говорил. Так, повторю еще раз. Only Times, Fox, Lori, Хилика. Кто зайдет, тому ГП. Ну, кто зайдет до того, как добьете больших. Ну, Лори, он видишь, никак не реагирует. Ну, это очень плохо. Куку Вася, Алдеран и Холодец хилят тьму, силы, секьюрити хилят свет. По инерам. По инерам. Войд, всегда заливаешь ману секьюрити. Максоид и Нереварин мы заливаем на второй фазе Куку Васи. На третьей фазе как откатится секьюрити. Паладины, сами разберетесь. Распределите свои обязанности. Окей. Так, смотри, тут еще маг зашел, Лори в РК. Я тебе напомню. В четвертой пати после первой фазы остается добивать големов. После того, как добьете големов, вы заходите во тьму по команде. Не забудь каждый раз после захода во тьму или в свет перекидывать МК. Потом, на последней фазе, если выходит большой голем, играешь в него сразу. Переключаешься с Халиона в него. Ну да, там мандиралас стопаешь или дамажишь что-то там. Халиона или мелкий трэш. Третья фаза, все РДД бьют только больших. Никакой мелкий, никакой Халион, пока был живой большой. И напомню еще тоже, все сами себя диспелят. Хелика третью фазу диспелишь только тех, кто не может себя сам диспелить. Алдеран диспелишь первую фазу и дальше тьму. Чек на готовность. Дайте каску по шаманам. Сейчас, момент. Все, зайдите за линию. Кто там? Максоид. Че ты за линией стоишь? Начинай, QV. С притяжки, ну хорош. Лилия метка. Максоид, даешь на третьей фазе звездопад по первой, третьей, пятой трэш прибежали. Только не сразу, после того, как весь трэш прибежит, третий будет на танке. Азазей, ты тут?
Азазей, демон. Меня шлёпнул. Халтеран, подними его. Так рубить метком. Перебежали. Давайте в босса все играем, что там много очень процентов у босса. Только в босса трэш, потом зальем. Транрек метка. Диспел его. Диспел транрека. Все, нормально, переводим. Подходи к боссу уже, сейчас сразу заходить будешь. Рейд стоим. Танк, заходи сразу. Все, заходим в рейд. Все в звезду становимся. А зачем ты войско призываешь? Она ж не дамажит, смысл будет метка. Блять, выйди из этой темной метки, не нервируй, пожалуйста. Кёрс, с метка заходите, если добили. Следующую метку ближе к морде немного несем. Войд. Вы можете посмотреть, как он усилит. Алиан метка. 54%. А. Лилия метка. Выходим в свет сразу. Выходим. Лилия. Ты где? Святой рост. Азазела еще не вышел. Азазей, ты где? Ты сказали, во тьме остаюсь. Ты дурак, что ли? Хилика метка. Ты спрашивал про добивать тебе больше хилин, ты сказал нет. Заходишь сразу во тьму, пусть ногу перевели. Поворачивай на рейд, смещаемся к хвосту, в танк метел. Во тьме не даем рост. Джаспанк метка. Свет бьем только от... Продира. Ладно, я подниму сейчас. А за зиметка. Выноси метку. Выноси метку. Перебежали. Перебегай. Да он не успеет, куда. Падаем. Азазей, ты, блядь, первый раз что ли здесь? Ну, в резке, да. Тут героической. Ну, то есть ты вот бис Локи, первый раз в резке? Ну, а что, задоначить нельзя, что ли, эти печеньки, треники-то? Это правда. Запретишь. Надо эти бы соляться, там уходим каждый день в резке геровский. Мака сильно пробивает, надо жопу рвать, а вы еще слакаете. Как АДК умирает на трэш? Ты в обычке также метки выносил? Ты 10 секунд... В обычке-то я нормально все сделал, Сонька. Да ну...
Так а куда было бежать? Влево рейд стоит, я вправо понес ее. Еще вправо я не смотрел, очень круто. Ты 10 секунд в небо смотришь. Почему ты сейчас? Можешь сказать? Ну, отметки же никто не погиб, правильно? Блять, тебе по-русски сказать? Ты 10 секунд стоял в небо смотрел. На метку смотри, где карта, есть дебаф. Смотришь и видишь дебаф, побежал к стене. Ничего больше от тебя сверхъестественного здесь не требуется. Кто еще умирал там? Аргардиор. Все? Больше никто не умирал? Да, да нет. Ты не спешил лужу лить. Ты сначала болячки раскинь, а потом уже лужу раздавай. Был бы там какой-то бомбочка, которым тоже бы рик, блять. Размах дал две штуки, пиздец. Зел, ты еще на первом. На первой фазе умер. Ты тут? В первой фазе я был под брюхом дракона. И меня ёбнуло. И постарайся пользоваться порталом своим. То есть, ну. Поставь его где-то с одной стороны. То есть вынес метку обратно порталом. Либо потом перебежали на другой стороне метеор порталом туда. То есть, ну, чтобы более мобильным быть в РС. Такое только в мультиках. Где ты, братка? Конечно. Лилия. Визрю? Тоже. А, да. Хотя бы на третьей фазе. Присты на третьей фазе должны быть взрывом разума. Но при этом, чтобы была палец на боссе. Прикосновение вампира. Заходите за линию. Холодец, что не хватает. Начинай, Кюра. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Не спрыгнули. Перебежали. Лужа нормально. Максует. Секьюрити. Перебежали. Сам ст... Ты вот это серьезно сейчас? Фукс, нет. Алдеран, КД еще, да, БР? Давай, поднимешь. Кива, заходи. Рейд заходим. Максует. По мане, наверное, хуйня у него, да? Левее, 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 левее. Ну, ближе, кто по метке неси. Куда ты под морду тут бежал сразу? Возвращайся. Ну не туда, лезвие ж сейчас. Нормально. Боже. Тупо чудом спас. Ну, видишь, он кожа спасла его. И рана нет. Да.
Заходите. Заходите. Чё, по имерам? У вас и забьёте или чё там смотрю? Залили. Я залил, да, мы тогда. Мы оба залили. Ближе к морде, холодец. Джаспанк. Не прожимай ботинки, блядь. Там ГП, если еще раз увижу. 54%. С вероятностью 99% ботинки БРС взрываются. Сфукс, метка. Выходим в свет. Свету рост. Керс метка. Никто не умирает, и БРов нету. Красава. Один есть. Максует. А, Максует. Поднимай, поднимай, поднимай. Бля, не поднимаю уже. Перебежали. Он сразу ляжет. Азазия метка. Давай, давай, неси. Во тьме рост, свет бьем только трэш. Как перебежим на той стороне, Максует поднимешь, да. Угу. Сфукс метка. Ой, красава, вообще. Лань. Щиток. Перебежал. Что-то ничего не решает. 40 свет. Дал кнопку. Не, ну, среагировал. Свет 40, свет 40. Свет не бьем, да, свет не бьем. Захил поднимаю. Так. Ну, большой, большой. Отводи трэш, отводи. Пизда, все. Заморозили еще. Ух, вы морозите мелкий трэш, блядь. Все мелкие трэш дают. Он минус 2 уже. Да, там перебежали. Перебежали, перебежали. Ну. Не, падаем, падаем. Эх, блядь, мутант, мутант. Ничего такое, чайный притяжку прожал. Это как так хуярить надо было? Кто так большого охуенно бьет? Вот кто просто по ДПСу посмотреть? Мак что ли? Да, нет, это... да это танка проблема. Как можно сорвать большого? Ну, ледяное прикосновение, ну-ка. Нету промаха. Ну как, хуй пойми. Маги, зачем вы заморозили сейчас трэш? Я знаю, что ты Лори сорвал. А ты что, аркан что ли, или что? Блин, шар. Может, у тебя таланты не вкачаны? Full fire, у меня все вкачаны. Малиму какой-то рандрейку, кто там еще падал? Пацаны, 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 минуточку внимания. Нихуя не понял, как я умер. Да, затупил. 4 часа утра, уже голова не соображает, просто... Расскажите, из-за чего я умер? Нихуя понятно. Ты лезвие зашел, ты метку понес не по ходу лезвия, а в лезвие. У тебя получилась лужа вот сзади, прошу. Все, все, курил. Ладно, сейчас соберусь. Так ты посмотри, WhatsApp, он 400 тысяч дал. Это как можно было сорвать? Ладно, там первый голем, второй. То что? Ну Лори, Лори, Мак сорвал, как он мог сорвать-то? БДХ, потому что плохо набрал игр, поэтому и сорвали. Не Мак виноват. А, и Кукуваси еще. Да, Кукуваси еще тоже. Не, ну Кукуваси красава. В луже умер такой и сразу перерождение прожал. А у него красава. Привычка, нахуй, как будто макрос стоит. То же самое на вещи сегодня было. Да, да, да.
А, Макс, Факс, пожалуйста, обновляй МК. Не, ребята, если вы будете так слакать, то Холипал не вытащит свет. Придется менять Холипала местами, блядь, да? Скоро устану, там те сходи спихили цвет. Мутан, давай там соберись немного. Не допускай больше, чтобы большой вред прибегал. Можно было, кстати, не вайпнуться, если бы танк оттащил трэш, его не заморозили. Реакции никакой у вас нет. БР сейчас Алдран не реварен, вроде как есть. Да, есть. У нас 3 минуты 6 минут, когда. А кстати, СС-ы кидайте. Нахуя? Не, на ней не было, ни, как кажется, ни одного СС-а. По крайней мере, звук я не слышал. А Зази у тебя без КД? Да, на кого кинуть? На стила на третьей фазе кинешь. Как выйди на третьей фазе, кинешь на стила. Он летаем, если что, на следующем трое. Все готовы, начинай КГ. Алдеран. Перебежали. Перебежали. Вася, ку-ку. Что это было? Он сам себя не дисплейнил? Давай, заходи. Да, я видел, он побежал обратно с дебафом. Рейд заходим. Я думаю, он такое не будет повторять. Будет. Типа верим, надеемся, да? Лилия. Рядом с этой лужей света. Только не заходи в нее. Диспель сама себя, возвращайся в рейд. Не. Блин, вы опасные. Лили опять метка. Заходите. Следующую ближе к морде. Топор убить. Хильте вдвоем, там можно захилить их с Холипом спокойно. Азази, ну я могу, в принципе, поднять его Азази. Назад, просто назад, за рейд. Да не знаю, стоит ли вообще. До стены добегай, не надо останавливаться перед стеной. До стены, пока не упрешься в стену. Право лезвие. Меня чуть не убило. А, 50% уже. Забыл сказать.
Азазей, метка, выноси недалеко от портала, чтобы сразу выйти в свет. Выходим все. То есть не поднимать его предлагаешь, да? Я не знаю даже. Там отец холодец хилит. Свет, свет, рост, рост, рост. Азазей, метка. Ну давай так пробуем. Перебежали. Лужа вреет. Во тьме дали рост. Падаем. Хилил одну секунду, чтобы выбежать с лужи, не умереть от трэша. Рок уже умирает. Дать у кого есть банки на броню ему? Да, все-таки была плохая идея. А поменяемся. Тис холодец свет похилит, а я тьму. Может, позайдет. Да, кидайте СС на отца холодца, сейчас не на меня. Так, этот... А, в этом лане. А, вас там двое, все. Окей. Ну, пускай трое вот кидает на отца холодца. Дайте им ласку на танка, что ли. Блин, здесь на танкер садится. 58 тысяч было, это пиздец какой-то. Страшно. Ну там был один раз, когда у него 3к хп было. Бывает ситуация, вообще 1 хп, вообще прикольно. Да, бывает ситуация, когда просто мертвый уже. Но я такое часто видел. Максоид. Принял два раза. Нет, обожалось. Бак, видать, ку-ку Вася. Все готовы. ПВ начинает. Дай фауру на огонь, отец. Перебежали. Одного мелкого точно забери с БДК. Агро.
Фух. Перебежали. Сразу заходи, подходи уже, босс оплотнул. Рейд зашли. Метко заходить. Ближе к морде сейчас. Или рано. Бьем пока босса. Ну, не выходите, я говорю, бьем пока джаспанк метка, теперь выходим. Если бы на вас метка была, залили бы портал. Джаспанк, выходи и давай русы. Труп метка. Перебежали. Восьми дали рост. Свет бьем трэш. Фокс метка. Перебежали. Ну, диспел возьму. Свет, стоп, свет, не бьем босса, ждем трэш. Дроп метка. Хилы, отбегайте далеко. Макс, Сует, я тебе когда звездопад говорил давать? На втором. Первый, это третий, что? Пятый. Это второй трэш. Перебежали. Хильте вдвоем, тьму, джаспанк нет. А, только по диспельку, да, куку Вася по диспельку. Свет добиваем, трэш босса не бьем. Босса не бейте, свет. Все бейте. Перебежали. 540. Нормально, сейчас хилик имеет. Бьем трэш свет. Хуёво хилится тут, пиздец.
не диспелит. Она кончится сейчас. Тотем маны ставь. На мне, блин, прожимайся БДК, на мне этот дебаф. Перебежали. Переживаем еще трэш. Свет не бейте, свет не бейте, босс. Переживаем трэш, следующий добиваем босса. Гимн на хп он был. Окей. Бьем трэш свет. РДД большого. Какая гроза, блять, ледяной дождь этот, блин. Давайте большого РДД. Все, босса добиваем. Сейчас будет метеор, перебегаем, добиваем босса. Все равно, во тьме кто-то бабл и танчите, добиваем свет. Трэш не бьем, добиваем только босса. Нам не метка была. Дядь, он отхилил. Ой, кто-то спели. Вы пиздец. Да, смотри. Сука. Нахер ты это крикнул? На мне была метка и бабл КД уже был, и прижимки тоже все КД. Там эта тьма упала, он отхиливается через 5 секунд. Где хилит бибоп, там проблемы одни. Это мутант пизданейший. Пылающий огонь на мне, блядь. Пылающая жопа, блядь. Да потому что, когда тьма падает вся, через 5 секунд босс отхиливается, там было 800 тысяч. Если успел бы какой-то паладин с баблом в тьму зайти, лед бы не отхилился. У вас два своих паладина во тьме, не надо нашего паладина. Три паладина. Ну ладно, но там у Олега был КД. Но у меня тоже был КД, я крылья прожимал. Там упали все в тьму паладины. Повезло, блин. Ну это не везение, это... Не надо сильно акцентировать на это внимание. Мутант меня подставил, не прожимался на всю эту гадахию. Все готовы, заходим за линию. QV начинай. Азази. Перебежали. До свидания. Ты не, ну ты не видишь, куда бежишь? Блять, нету комментариев. Там подними его. Сфух, сметка. Побежали. Максует.
Кива, заходи сразу сейчас. Уже. Рейд заходим. Сливай ману, забивать же надо тебя. Похилить пустоту. Или рано метка. Заходите сюда. Ближе к морде сейчас метку. Лори. Пятьдесят 4% лори на метке. Пятьдесят 2. Ждем метку, потом выходим. Алдеран метка, все, выходим в свет. Свету рост. Холодец метка. Перебежали. Во тьме рост. Метка. Я же вроде говорил, что все РДД на третьей фазе будут большие. Что это за гроза в мелкий трэш? Азазей метка, Азазей, Азазей метка. Не под морду, не под морду, там дыхание. Возвращайся, уже беги обратно. Нихуя себе, блядь, уже. Перебежали. Ну не беги быстрее, Лоу, беги, блядь. Ты не видишь, что ли, метку на земле? Жались. Свет не бьем, свет не бьем. Тьма может 70 быть. Нормально. Могу поднять. Не, я подниму. Падаем. А ну, слышно было? Вот я же перед раем говорил, сейчас говорю. Мелкий трэш РДД не бьют, правильно? Давай посмотрим, кто не бьет. Кидай, вот кидай, вот давай, только кидай. Что, вот мы перебежали, я только что сказал, блядь, и этот, ледяной дождь мага. Там вообще, блядь, было. Не понимаю. Сейчас не было. До этого, кто я сказал, тоже было? Да, и... Не в точечном был. Ну посмотри этот доспотка. Урон. Вообще, ну, просто не знаю, скажу по секрету, магии, просто фаер магии не кастуют вообще. Сфукс 15 тысяч ГП ему ебануть нахуй. 15. Если фаер маги хотят АОЕ побить, они бьют огненным столбом. Но никак не ледяным этим дождем. Да? Блин, я всегда ледяным дождем бил. Ну, Максоид, короче, с Фукс, ну, блядь, тупенький. Наверное. Максоид тоже сказал, первый, третий, пятый трэш. Первый, третий, пятый, я так и бил. Блядь, ты понимаешь русский язык? Ты знаешь, большой такой моб есть, вот его надо бить, почему у тебя 10 тысяч в него, блядь? Это как ты объяснишь, блядь? На каком языке РДД, блядь, это сова, это РДД, маг, это РДД. На третьей фазе РДД мелкий трэш не бьют. Абсолютно, вообще его не трогают. Не, васап. Добили большого.
добили большого, живой трэш, тогда пожалуйста. Пока живой большой, РДД не пьют мелкий трэш. Сука, блядь, каждый трай, блядь, каждая КД, блядь, постоянно это, блядь, повторяю по 100 раз, блядь, не доходит до людей. Я не знаю, как еще. Просто раньше вообще не похер было, я с кем ходил. То, что ты линканул, все, я понял. Они добивали, скорее всего, двух големов, а на третьей фазе, вот я, блядь, не был, когда они добивали, они по 10 тысяч дали за лупы. Снежная буря, с Фукс, маг. Фаер маг никогда не кастует снежную бурю. Она очень слабая по ДПСу, если хочешь АОЕ, огненный столб. Но не в РС, в РС на третьей фазе маги не бьют мелкий трэш. Приоритет большой всегда убить, потому что это создает аварийную ситуацию, потому что МТ получает очень много урона. Нужно как можно быстрее убить большого, потом заливая мелкий трэш. Как, блядь, вам еще это объяснить? У нас все вайпы то, что танки падают, потому что мы, блядь, не бьем большого и не успеваем. Ну, не конкретно из-за этого, но, блядь, это одна из проблемных ситуаций, так сказать. Короче, с Фукс Максой это зазель. Большого сначала. А потом мы сидим часами здесь и вайпаемся. За линию заходите. Все, топор убить, у тебя появился баф. Начинай кинуть. Интеллекта так и нет. А был ли? Маги, бахните интеллект. Дали. Кёбер с меткой. Перебежали. Также напоминаю, метки одновременно с метеором выносятся чуть ближе к хвосту, чтобы под хвосту перебежать потом. Укралька уже несколько трэф подряд, не знаю, как вынести. Топор убить меткой опять. То есть следующую метку чуть ближе к хвосту и перебегается под хвостом. А не чуть ближе к морде, а потом не знать, куда бежать. Чтобы не сдохнуть. Security. Вот, правильно. Перебежали. Security. Переводим QV, сразу заходишь. Рейд по команде. Заходим рейд. Алдеран метка. Ну диспель себя. Скажет. Ну это клавиш, если ты не будешь диспелить себя. Будет метка, заходите. Во тьме кто-то из ретрика, бейте печатью света. Да, было бы неплохо. Сейчас поменяем, а-ля, буду бить. Как ты спалил, что никто не бьет? Ну я сам, потому что я и бью, и никто не перебивает мой топ. 54% удробнее. Не заходи. Бьем, пока боссы не выходим.
Топор убить метка, выходим в свет. Свету рост. Кюрс метка. Кто так диспелит? Перебежали. Максоид, под это трэш даешь звездопад. Последующий я. Угу. Лилия метка. Лилия. Диспель себя самого. Тьма рост. Ирана, ты следующую каплю дашь. Эршам, выноси метку, ё-моё. Перебежали. Свет, стоп, свет не бьём. Как ты смотри, что ждём трэш. Бук с метка. Хелик метка. Бежали. Нет твиннера пока кралька, еще 20 секунд. Залил кралька. Троп метка, хилы оббегать подальше. Гимнах пробал. Хорош. Так, пока все нормально. Не тупите. Азазей метка. Перебежал. Жалко! Лиран, ты какую? Ты сейчас лань давал или когда? Холодец метка. Хилить. Хилика метка. Перебежали. Лилия, взрывом не забывай мид. Давайте хилика метка. Бьем трэш. Потом будем набивать пусы. Танка. Поднимаю. Я поднял. Ой, подними Азазей этого. Добиваемся на трэш. Перебежали. И добиваем босса. Все в босс. Следующий трэш не бьем. Напуливаем только и добиваем босса. Танки, прожмите все, что есть, или гмет. Просто шаман, выйди. Все, добиваем. Фух. Смотри, сколько ачивок. Фукса за как раз кто услакал. Этот мир сгинет в огне. Фукс, ну, это... Я первый раз нормально объяснили все, я сделал по-нормальному. Чего чешку? Наверное, с пула не говорили, да, в РДД трэш большой бить? Так-то, конечно, надо ждать объяснений. Алгоран, блин. Алдоран на котором это?
Понял. Ну хоть Кукувася теперь получше хилить будет, если чешка не будет. С обычки у него или не было вообще чешки? Ну вообще не было, по-моему. Ну заебись. Кукувася, ГЦ будет. Хило кольцо. Пас РДД на первой фазе до появления второго голема. Разве уже начинает подбивать первого? Не обязательно. По желанию, как-то можете додать. Кукувася вообще повезло, если вообще получится. Вот это прям кастало. Сразу с фук 700 тысяч. Сразу бить стал нормально. Живой, но 40 тысяч нормально. Тапки нужны кому-то? А, у нас один хант. Максой, ты все равно хуйню дал. На 10%. 200 тысяч большой мелкий заливал больше. Большой посильнее бей, Максой, в следующий раз. Все. Короче, чисто ради того, что мама били РС. Ну все, ГЦ, Кукувася. Следующий рейд рекордов соберу, чтоб хилил как бог, короче. Смотри, гайды, таланты меняют. Камни вставляют. А потом, блин, ладно, не хочу шутить. Потом его обидит Войт или Холодец. Он обидится или нет в кулаты. Да ну, блин. Кто-то заходит еще на ИП? Числа. Ты, Андрей, как линканет какую-то хуйню, вон там полчата занял. Хоть и мой большой чат растянул это окошко как мог, блядь. Он все равно залинковывает спамом своим. Ради 2000 сейчас сидели, короче.